Здравствуйте, рыболовы! Наш обзор будет посвящен интересному воблеру от компании Lucky Craft под названием Бейли Крэнк. Этот обзор снят специально по заказу F-магазина. Итак, начнем. Бейли Крэнк принадлежит к типичным крэнкам, имеет типичное строение, как и должен иметь любой крэнк. Что касается его характеристик, Бейли Крэнк в версии DR, поэтому заглубляется он до 1,5 метра, это точная цифра, уже это проверено. Длина его составляет 45 миллиметров, это вот видно на линейке. Вес 5,2 грамма, и он является плавающим. Почему я сказал, что он является типичным крэнком? Крэнк должен обладать определенными качествами, которые раньше мы так ценили, когда это был еще дефицит. Сейчас некоторые производители забыли об этом, и рыбаки тоже, что пытаются нам выдать что-то такое пузатое тело с лопаткой за крэнк. Это не совсем так. Крэнк должен, конечно же, иметь расширенную переднюю часть, но в определенных пределах. И обязательно, желательно, суженную заднюю часть. Вот такое строение позволяет, во-первых, игра оживлена, становится более высокоамплитудной, что больше нравится рыбе. Вот, виляет он, так сказать, задней частью, хвостиком своим, привлекая рыбу. Вследствие этого рыба, зачастую щука, вот когда я ловил без поводка на крэнке, она хватает именно задний тройник и не обрезает плетенку, и воблер остается жив. То есть живучесть у него очень хорошая, у этого крэнка. Далее. Вот благодаря такой лопатке, такому строению, такая вот не широкая, но длинная лопатка, он отдает, то есть не цепляется, очень живучий, отбивается от коряжек, и правильно, если вести, не нервничать, не дергать, то он, в принципе, мало цепляется, несмотря на то, что имеет два тройника. Тройники большие для такого тела, массивные, очень острые, очень прочные. Держатся они на двух вот таких тоже качественных заводных кольцах. Переднее заводное кольцо овальной формы. При желании его можно снять или не снимать, это не критично, кому как нравится. Способы проводки. Крэнковые способы проводки. Основная — это, конечно, stop and go. Такие широкие подтяжки с паузами. Подтяжка, пауза здесь вот как раз дает самые лучшие результаты. Вот на таких вот подтяжках зачастую вверх. Этот воблер можно, конечно, вести равномерно. Я, например, использую его на очень мощном течении, и тут проявляется одно из его лучших качеств. Он не заваливается на течении, не заваливается, не идет боком, так сказать, очень хорошо. Вот. Летит он хорошо, не входит в штопор. Имеет систему дальнего заброса. Это тоже в плюс. И на него, конечно же, реагирует самая разнообразная рыба. Но в основном, конечно, это окунь, какой-то галавль, зачастую трофейного размера. Ну и окунь, наверное, это на первом месте. Ясь тоже его любит. Цветовая палитра, в которой выпускается этот воблер, довольно-таки разнообразна. Фирменные окраски Lucky Craft.
Но в данном случае это аюшный цвет в прозрачной воде, я его использую, он наиболее такой применимый. Поэтому воблер Бейли Крэнк 45DR от Lucky Craft я советую приобрести любому рыболову. И, конечно, думаю, он его не разочарует. На этом обзор закончен. Напоминаю, что он был произведен по заказу F-магазин. Спасибо, до свидания.